Всем привет, ребят! Сегодня у нас очередная китайка будет. Недавно был видосик про открытие. Сейчас опять на китайке поменялся базар, причем добавили интересные паки. Вот такой вот пак с Рудольфами, с огнекрылом, две коробочки, две смены на усиление и камни дают. Ну, также есть дополнительно вот такой вот пак, пока я их не забирал. Вот такой вот неплохой пак. 10 раз можно забрать, по сути, 3 этих собираете сразу же. Плюс еще 10 коробок. Ну, в общем, неплохо. Вот этот тоже неплохой пак со слизнем. Ну, этот есть. Так, мы забрали вот такие вот плюшечки. 235 Рудольфов. У меня и так он уже максимальный. Но самое основное здесь было это... Вот эти вот осколки огнекрыла, и сейчас постараемся, нам там немножко не хватает для того, чтобы его собрать. Сейчас откроем и пойдем багажку проходить, посмотрим, сможем ли мы собрать его. Так. Так. Вот они. Использовать. Всего лишь 17 штук. Вот так вот. 10 коробок, 17 штук. Что у нас получилось в итоге? 162. Окей. Идем. У меня также есть здесь сундучки. Давайте их тоже пооткрываем сразу, чтобы я уже ориентировался, что нам надо будет приблизительно. И пойдем фармить. Ни одного. Просто жесть. Вот три штучки упало всего лишь. Да, плохо-плохо. Они что-то отсюда падают. Заклинательница и... Вот так вот. В итоге нам осталось... Я думал, что я все-таки соберу его так. 165. Но с базара мы заберем 185. В принципе, еще дополнительно, думаю, должны затащить. Тут еще есть 20. И тут у нас дополнительно тоже есть. Так, ладненько. Побежали, пройдем битву гильдий. Сегодня мы трешивать не будем. Так, смотрим, 272. Малышник. Стрелок Фрея. Попробуем, значит, трешануть, попробуем все-таки на нем. Так, ну тут, ой-ой-ой-ой-ой, ничего себе, я выпустил Минотавра. Так, 232, 235. Так, ну тут понятно, отлично. Что у нас еще есть? 209, этого даже бить не будем. И вот еще два здесь. Так, тут под Минотавра расстановка. Тут вообще никого нет. Вот так вот. Такая вот на Китае битва гильдий. Так, хорошо. Собираемся сначала от Минотавра. Так, ставим ремочку. Тыковка. Так, следующий Минотавр у нас будет вот так. Возьмем огнекрыла. Ну, пусть будет, мало ли, надо будет что-то добить. Так, ворожей и хранитель. Даже возьмем вместо огнекрыла, возьмем все-таки дерево. Потому что что-то последнее время не так идет. Окей, поехали. Смотрим. Первый наш топ. Так, тут с Анубисом надо. Ну, он как вы видите, дырочный. Дырочка есть. Поехали следующего пока посмотрим. Так, тут все понятно. Делаем так. И всех выпускаем.
И у нас Минотавра ушатали практически сразу. Жесть просто какая-то. Ну окей. Не хотите так, значит. Так. Делаем так. Есть. Первый у нас готов. Так, 209. 235. Так, что тут у нас бегает с Ронином? Надо, кстати, Ронина своего прокачать. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Бум, 100%. Отлично. Следующий. Так, то же самое. Минотавра мы бросим здесь в углу. Минотавр, тыковка и все остальные. Да, Минотавра прояслила. Вот так вот. Жесткая фрая. Смотрите, стрелок сразу ушатал. Ну хорошо, не вопрос. Значит, кидаем тыкву минуса и всех остальных. Да жесть какая-то. Издеваются. Ладно, возьмем юнитов. Так. Ну, вот такими составами, честно говоря, тут не особо напряжно проходить. Так, есть. Пишите, каким вы составом хотите, чтобы мы на китайке побегали. Обязательно попробуем. Так. Сейчас пусть хрон спадет. Все, стрелок выстрелил. Жесть, 20%, видели, да? Вот мне нравится, я не знаю почему так, но на китайке реально все время какие-то проблемы с этой битвой гили. Смотрите, с одного удара просто тупо рубит. Это жесть какая-то. Вырубает сразу же. Ладно, попробуем дерево минус. Сразу вырубает просто. Мне это нравится. Так, Минотавр и все остальные. Смотрите, малыш Ник ушатал. Да это жесть. Ладно, ждем. Надо Яру прокачать. Пусть сейчас пойдет. То это реально уже гон. Так, все есть. Юниты пошли. Минотавр. Я в шоке от этого всего. Ладно, Минотавра вверху бросим. Так, давайте так сделаем. Дерево, минус и все остальные. Да что за жесть? Просто шатают с одной тычки. Как бы я ни выбрасывал, Минотавра просто... Это просто жесть какая-то. Мне это нравится. Посмотрим сейчас, кто кого. Так, делаем так, значит. Купидон, минус. Просто пропал. Чисто Минотавра сразу выносят. Это жесть. Просто жесть. Ну ладно, давайте вот так вот сделаем. Ну вот видите, чисто на Минотавра заточены, сразу его шатают. Это бред какой-то. Так, Купидон, тыковка. Я в шоке с этого всего. Да. Ладно, давайте других топов попроходим сейчас. Вернемся сюда обратно, но это смешно как-то. Так, 263.
Я надеюсь, тут такого нет. Аналогичная ситуация, просто тупо шатают с плюшки. 49%. Я в шоке. Шанс слива, как обычно, минимальный, ребят. Чё за фигня? Ну не знаю, какая-то на китайке действительно это не БГ, а непонятно что. Просто тупо не дают. Ну тут нормально вроде заходил. Странно, ладно, подождем. Вот смотрите, тык и все. Да, мне это нравится. Это жесть. Так, ну тут уже, я думаю, проблем не будет. Все равно мне что-то, ну, не нравится это все. Так, ну давай уже. Пора тебя гасить, мой друг. Это жесть, 8% всего лишь. Сорок три. Чё за бред? Тридцать один, куча миссов. Да, однако. Да ну нафиг. Чё-то как-то, блин, то ли тут действительно что-то от силы сейчас зависит, то ли что, но это просто жесть. Смотрите, как просто ушатывают. Минотавр топовый. Вообще топовая сборка. Это смешно просто смотреть. Он без бафа должен тут нормально выносить. Да. Что я могу вам сказать? Это реально жесть. Просто огонь. 14%. Тут еще ворожай, я смотрю. Ворожай, получается, сразу только минотавр бьет, снимает с него баф. Какой-то тоже бред. Короче, я в шоке. Ладно, идем, берем. Шанс слива минимальный делаем. Это просто жесть какая-то. Так, Фрея готова. Огникрел готов. Бигфут готов. Ворожей готов. Так, хранитель будет пусть. Анубис. Тоже поставим его сейчас в крит. Но это жесть. Я, честно говоря, даже не понимаю, что происходит. Но это реально просто какой-то бред. Поехали. Так, стрелок, походу, сейчас до свидания. Так, ну тут Фрея, которая может нам, хотя в принципе, мне не прокатит, еще разок. Вот Фрея
Сама по себе отличная игра. Так, кого мы там долбим? Стрелка вынесли. Малышник вынесли. Так, хранитель. Вот отлично просто. Ну-ка. Блин, Фрея далековато. Это, конечно, немножко опасно, но думаю, мы сейчас ее должны затащить огнекрылом. Да, вот смотрите, сейчас без проблем вообще справляемся. Вот так вот оно должно было быть. Но, конечно, с Минотавром это жесть. Ну, есть вариант просто спамить кучу солдатиков, но... Я, честно говоря, не люблю этим заниматься, тем более с компьютера не особо удобно. Так, хорошо. Резаем нашего хранителя. Поехали дальше. Так, и что, у нас остался один топ. 272. Как-то быстро все. Начинаем с Фрейи. Фрейи мы потеряли. Ладненько. Делаем по-другому все. Кидаем вот так вот. Сейчас потеряем стрелка. Вот череп выбегает вообще отлично. Кто там у нас следующий? Но там тоже Фрейя есть. Это немножко опасно, то, что я сейчас делаю. Но вся надежда на огнекрыла. Да, смотрите. Просто без вариантов. Его настолько отбафали, что просто жесть. Так, и что мы имеем? 273. Ну, не так уж, честно говоря, много. Топа не особо сегодня у нас. Какое там у нас место? Ну, семерочка счастливая. В принципе, неплохо влезли. Надо силу качать. В принципе, все, ребят. Думаю, уже в следующем видосе мы уже соберем обязательно огнекрыло. Его потестируем. Вот такая вот была битва гильдии. Конечно, с Минотавром это какая-то жесть. Не знаю. Даже, блин, не знаю, что сказать. Реально, что-то не то. На китайке уже не первый раз в этом убеждаюсь. Но огнекрыл, как вы видите, себя оправдывает. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно участвуйте в конкурсах. Ссылочки в описании. Всем пока.